шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с Александром Терентьевым, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, заместителем руководителя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. В рамках мероприятия учащимся была предоставлена возможность обсудить актуальные темы современности и задать интересующие их вопросы спикеру. Стоит отметить, что Александр Терентьев – выпускник Казанского университета, поэтому встреча имела особую важность. Ну, во-первых, я был рад этой встрече. Я не знаю, если ребята вроде тоже ушли с улыбками, потому что встреча – это всегда возможность обменяться своими мыслями и получить обратную связь. Мне важно было, что, во-первых, это были юристы, это был факультет ВМК, и, по-моему, в связи с общественностью ребята были. Мне было важно с разных факультетов, что думают сегодня молодые люди относительно того, как живет страна. Свою встречу со студентами и преподавателями КФУ Александр Терентьев начал с рассказа своей биографии. Его школьные годы прошли в Верхнеуслонском районе. Позднее будущий государственный деятель поступил в Казанский государственный университет. Стоит отметить, что важное место в его жизни играл спорт. На протяжении своего обучения Александр Терентьев активно принимал участие в соревнованиях и сборах по лыжным гонкам. Однако впоследствии его увлечение сменила карьера – государственная служба. Рассказал про себя, потому что их какие-то вопросы тоже интересовали относительно того, что я выпускник университета, как дальнейше состоялась моя жизнь. Я немножко, сказать, тоже поделился и отметил, что, в принципе, так складывалось, что я больше отдавался всегда, сказать, работе, и эта работа дальше продвигала меня самого. То есть таким образом, а не специально какое-то построение карьеры. Вопросно-ответная сессия была разделена на несколько блоков. Студенты заранее подготовили свои вопросы. Преимущественное их количество было направлено на разбор внешней политики Российской Федерации, молодежной политики, путей развития подрастающего поколения и того, на что конкретно следует обратить внимание. Отдельным пунктом в ходе беседы стало обсуждение вопросов о дезинформации, кибератаках и последствиях повсеместного использования искусственного интеллекта. А вот с точки зрения внешних вызовов и угроз, безусловно, сказать, для меня было важно донести до них то, чем живет страна, то, что страна ставит на международной арене, насколько это проблематично сегодня в целом, сказать, ломает, идет на слом один миропорядок однополярного мира, да, и зарождается многополярный мир, насколько это сложные процессы и вызовы, и очень важна позиция молодежи, молодежи нашей Российской Федерации, других стран, потому что им в дальнейшем строить этот мир. В завершение встречи Александр Терентьев дал наставление студентам вуза. По его словам, в том, что мир меняется, нет ничего глобально страшного. Главное – научиться адаптироваться к изменяющимся условиям, любить родину и, будучи студентами и преподавателями университета, развивать и популяризировать науку. Ведь во все времена, даже самые тяжелые и кровопролитные, наши ученые даровали миру все новые открытия. Резида Каримова, Карина Саяхова, Николай Суховский. Универ новости.